нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть.
буду. Эй, не стреляйте, я отзыв забыл. Я просто связной, не стреляйте. Правильный ответ, Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Ты все слышал. Идем. Идем. Это здание Эйзенхауэр. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Сергей. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, не что хуже, уворачиваться от падающих ресурсов или мерзнуть тут на ветер. Движение. Вперед. Оставить разговоры. Рамирес, Дэмис. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тот просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались.